И познакомьтесь, Титипо, на канале Тайо. Выходной мистера Хоба. Какой солнечный день. А вот и Дидибо. Отличный денек. После работы поеду играть с друзьями. Лу-лу-лу, ла-ла-ла. Дидибо представил, как будет веселиться с друзьями, и совсем забыл остановиться на станции. Поскорей бы играть! Как же весело будет! Вот мы и приехали! Безобразие! Как это понимать и что нам делать? Эй, в чем дело? Почему мы станцию проехали? Нам надо было на прошлое выйти. Я же говорила. О, нет, я забыл. Извините, сейчас отвезу вас обратно. Что? Обратно? А да, как же мы? Я у нас тоже свои планы есть. О, нет, что я натворил? Мистер Хоп! Дидибо, что случилось? Я забыл остановиться и пропустил станцию. Забыл? Да, и пассажиры не смогли выйти. Ох-ох-ох-ох, так, посмотрим. О, Дидибо, скоро подъедет Эрик. Скажи пассажирам, пропустившим станцию, что он их довезет. Да, сэр. Кошмар, вы посмотрите на время. Мы поедем дальше или нет? Вот и я. Привет, Эрик. Как и обещал мистер Хоп, приехал Эрик. Прошу прощения у пассажиров, которым нужно вернуться. Вас довезет Эрик. Еще раз извините. Благодаря мистеру Хобу, Дидибо смог продолжить маршрут. После смены Дидибо вернулся в городок Чух-Чух. О, мистер Хоб еще на работе? Да-да, прошу прощения. Это, наверное, из-за меня. Мне так стыдно. На следующий день Дидибо с утра пораньше приехал в диспетчерскую. Доброе утро, мистер Хоп. У тебя же выходной. Что ты здесь делаешь? Вы вчера так долго работали, и я заволновался. Все в порядке. У меня сегодня тоже выходной. Пойдем с Чичи на рыбалку. Это здорово. Могу я вас подвезти, мистер Хоп? Конечно, буду очень рад. Отлично. Дидибо везет мистера Хоба и Чичи на озеро. Вот мы и приехали, мистер Хоп. Выходим. Спасибо, Дидибо. Обращайтесь. Что там? Ого! Как же здесь красиво. О, Чичи, не так быстро! Я поехал. Вернусь за вами вечером. Хорошо. Спасибо еще раз. До встречи. Лу-лу-лу, ла-ла-ла. Надеюсь, мистер Хоп хорошо сегодня отдохнет. О, это же Джинни. Привет. Ой, что за ужасный запах? Дидибо, что у тебя случилось? Я проезжала мимо фермы, и на меня попало удобрение. А смена вот-вот начнется. Надо предупредить мистера Хоба. О, мистера Хоба? Да. Нет, не надо. Из-за меня мистер Хоб вчера не отдохнул, если мы опять его потревожим. Джинни, давай я поработаю за тебя, а ты мойся. Но у тебя же сегодня выходной. Все нормально. Ты помоешься, и мы сразу же поменяемся. Спасибо, Дидибо. Пока Джинни мылась, Дидибо усердно работал. Мы на станции. Спасибо. Всем хорошего дня. Дидибо. О, Джинни. Спасибо тебе. Я готова к работе. До встречи, Джинни. Пока, Дидибо. Как хорошо, что не пришлось отрывать мистера Хоба. О, это Эрик. Тише, тише. Мама.
Что же делать? Ну, не плачь. Эрик, что тут случилось? О, Дидибо. Бедняжка потерялся на этой станции. Я говорю ему, что мама скоро придет. Пытаюсь утешить, а он все плачет. Малышу страшно. Наверное, придется звонить мистеру Хобу. Что? Но мистер Хоб сегодня отдыхает. Да, но малыш плачет, а я не могу его успокоить. Сейчас все получится. Привет, а как тебя зовут? Джуни. Джуни, хочешь споем песенку? Песенку? Дидибо, дидибо, дидили дидибо. Знаешь такую? Да. Дидибо, дидибо, дидили дидибо. Веселая, да? Да. Пой со мной, быстро мчится вперед. Дидили дидили дидибо. Джуни, чем бы ты еще хотел заняться? А поехали в городок Чух-Чух! В Чух-Чух? А? Поехали! Ура! Дидибо показывает Джуни городок Чух-Чух. Это наша заправка. Круто! Это большой зал. А здесь мы моемся. Ух ты! Слева башня с часами. Ого! А справа... Та-дам! Дома, где живут поезда. Класс! Хочешь зайти? Да! Такой большой! А крыша высоченная! Ух ты, карта! Так классно! Ты мне очень помог. Я рад! Дидибо, дидибо! За Джуни приехала мама. Мама! Спасибо, что были с ним. Не за что. Что ж, нам пора домой. Джуни, попрощайся. Дидибо, Эрик, пока. Я загляну к вам в гости. До встречи. Пока. До свидания. Пока. Я так рад, что мы не потревожили мистера Хоба. И я. Молодец, Дидибо. Ой, чуть не забыл. Мистер Хоб, пора мне за ним ехать. Наверное, много рыбы поймал. Тогда до встречи. Пока. Тем временем мистер Хоб наслаждался рыбалкой. Интересно, как там мои поезда? Кажется, все пока спокойно. Опачки! Поймал! Фото, фото! Так, раз, два... Ну и ну! Надо поймать еще одну! Лу-лу-лу, ла-ла-ла! О? Это Локо! Что это с ним? Почему ты едешь так медленно? О, Дидибо, у меня слишком много груза. Обычно я прошу кого-нибудь о помощи, но сегодня все грузовые поезда были заняты. Правда? Мне кажется, что я не успеваю. Надо связаться с мистером Хобом и сообщить ему. Что? Только не это! А давай я тебе помогу. Правда? Думаешь, справишься? Ну, конечно! Разделим вагоны пополам. Ладно, давай. Напугал меня, Чичи. О, это же... Это что? Дидибо везет вагоны с грузом? Показалось, наверное. Да ладно, давай поиграем. Локо и Дидибо успели в порт до отправления судна.
Спасибо тебе за помощь, Дидибо. Пустяки. Дидибо, я и не догадывался, что ты такой сильный. Спасибо, я поехал, до встречи. Локо, увидимся в городе. Пока, Дидибо. Хороший мальчик. Мистер Хоп! Привет, Дидибо! День прошел без происшествий? А? Да, мы отлично справились. А как прошел ваш выходной? Прекрасно. Давненько я так хорошо не отдыхал. Это замечательно. Кажется, Чичи тоже понравилось. Поехали! Благодаря Дидибо, мистер Хоп отлично провел выходной. Молодец, Дидибо. Щенячья любовь мистера Хоба. Джинни высаживает пассажиров на станции. Приехали! Спасибо! Спасибо, Джинни. Не за что! Пока! Хорошего дня! Ну вот и все. Пора домой. О, это ты, Кони! Привет, Кони! Джинни, привет! Здравствуйте! Ой, милашка! Кто же ты? О, это новый щенок Кони. Вот почему они так похожи! Еще бы! Я ищу нового хозяина для малыша. О, кто бы это ни был, ему повезет. А ты не хочешь взять его себе, Джинни? Взять себе? Да. Ты ведь уже позаботилась о Коне. Думаю, щенку с тобой будет хорошо. Ладно, я могу попробовать. Будем друзьями. Джинни с щенком возвращаются в городок. Мистер Хоп! Мистер Хоп! О, похоже, ты в хорошем настроении, Джинни. Так и есть. Просто я познакомилась с милым щенком. Здорово. Мистер Хоп, как думаете, он может жить с нами? Жить с нами? Держать собаку здесь не так просто. Почему? Потому что, неважно, просто нельзя. Нельзя? Что мне делать? Если это все, езжай к себе и отдохни. Да, до свидания, мистер Хоп. До свидания. Ух ты, какой лапочка! А то я могу позаботиться о нем, но мистер Хоп не разрешает. Ах, да! Кажется, Стим говорил мне, что мистер Хоп боится собак. Правда? Очень жаль, но, наверное, придется вернуть щенка. Серьезно? Но он ведь такой очаровашка! Я просто спрячу его у себя дома. Что? Будешь жить со мной, малыш. Не вышло бы беды. Наступило утро, и Джинни собирается на смену. Я скоро вернусь, жди меня здесь. Не шали. О, уже обед. Пойду-ка я поем. Что это за звук? Отойди! Хочешь банан? На! Да, спасибо, что проверили. В
приюте не слышали о пропаже собаки. Наверное, убежал домой. На следующий день. Прекрасная погода для неспешной прогулки. Не подходи! Уйди от меня! Зачем ты сюда приходишь? Ты опять голодный? Теперь он ко мне не зайдет. Хочешь поесть здесь? Вот плутишка. Ему тут нравится. Страх мистера Хоба начал уходить. Льет, как из ведра. Боже мой, ты весь промок! Дидибо, Дидибо! Куда я дел полотенце? Вот оно! Ты, должно быть, замерз. Вот и сухо. О, да! Держи. О, что ты делаешь? Слезай! О! Похоже, что он ничейный. Может, приютить его здесь? О, точно, Джинни! Держать собаку здесь не так просто. Вот незадача, я же запретил Джинни. Мистер Хоп! О, Джинни, это ты! Уже закончила на сегодня? Да. Кажется, это собачий лай. Что-то случилось? Надеюсь, Джинни не слышала. Поеду к себе, пожалуй. Да-да, хорошего отдыха. Неужели щенок сбежал? Иду, иду. Ах ты, плут. Опять уходишь? Пока. Куда он убегает каждый день? Вот ты где! А я тебя ищу! Завтра у меня выходной. Мы можем играть весь день. На следующий день щенок не пришел к мистеру Хобу, и он заволновался. Почему же его сегодня нет? Надеюсь, ничего не случилось. Давай еще поиграем. Джинни? Джинни! Да, мистер Хоп? Можешь повозить меня по городку? Я кое-что потерял. Да, буду рада помочь. Спасибо. Не стоит, уже выезжаю в диспетчерскую. Я скоро, подожди меня здесь. Мистер Хоп? О, Джинни, так быстро! Да, так что вы хотели поискать? Кое-что очень важное. Ясно. С помощью Джинни мистер Хо посмотрел каждый уголок городка Чух-Чух. И здесь тоже нет. Ах да, мы не смотрели у тебя дома. Что? У меня... Дома?
Быстро! Едем к тебе прямо сейчас. Едем? Нет! Ну как, не нашли? Нет, не нашел. Тогда поедем в другое место. Ладно. Я попалась! Плутишка, так вот ты где. Ой-ой. О, странно. А вы не боитесь собак, мистер Хоп? Вообще-то, как раз этот щенок и есть моя пропажа. Что? Думаю, он ничей. Прибегал ко мне каждый день, и мы подружились. Мистер Хоп, я должна вам сказать... Джинни честно рассказала мистеру Хобу правду. Понятно. Простите меня. Слушай, Джинни, у меня есть идея. Давай вместе вырастим его у нас в городке. А можно? Ура! Я так рада! А как мы его назовем? О, как насчет Чичи? Чичи? Да! Раз он живет в городке Чух-Чух, можно дать ему созвучное имя. Чичи из городка Чух-Чух. Просто отлично! Привет, Джинни! Мистер Хоп! Дидибо! Ты закончил работу? Ага. Послушай, мы решили оставить щенка в нашем городке. Мы назвали его Чичи. Класс! Отлично! Чичи – забавное имя. Значит, будем друзьями Чичи. Да, лучшими друзьями. В городке Чух-Чух новый друг. Добро пожаловать домой, Чичи. Тяжелый день для мистера Хоба. Какое прекрасное утро. Давайте посмотрим, чем сегодня занимается мистер Хоб. Лока, пора на смену. Ты вовремя, Локо. Мистер Хоп, доброе утро. Удачи тебе сегодня на работе. Спасибо, еще увидимся. Пока. Ему надо в промышленный район. О, Локо, не те вагоны. Ты прицепил не те вагоны. Локо! Он меня не слышит. Надеюсь, он недалеко уехал. О! О, нет, мой чай, батюшки. Да что ж такое? О, нет. Надо сначала связаться с Локо. Локо, Локо. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Локо. О, показалось, или кто-то что-то сказал. Наверное, послышалось. Локо! Локо! Ай! Ну вот, мой микрофон сломался. Мистер Хоп! Кто это? А, Дидибо! Что такое? Раз у нас сегодня выходной, Дизель, Джинни и я поедем на пикник. Пикник? А, ладно, вы веселитесь. Не надо идти. До свидания. Мистер Хоп как-то странно себя ведет. Надо спешить. Мистер Хоп, вы не ушиблись? У меня в диспетчерской сломался микрофон, поэтому я в замешательстве. Микрофон? Mm-hmm. То есть вы не можете связаться с поездами, которые сейчас работают? Именно. Мне нужно сказать Локо, что он прицепил не те вагоны, но я не могу. А если я отвезу грузовые платформы для Локо? А? Но разве ты не собирался на пикник? Поеду в другой раз. Сегодня я помогу вам. Хорошо, спасибо, Дидибо. Не за что. Надо сказать Дизелю и Джинни, что я не смогу поехать. У мистера Хоба не работает связь? Да. Правда? Это нехорошо. Поэтому я решил, что буду сегодня помогать мистеру Хобу. Так что можете ехать без меня. Ясно.
Ну ладно. Что ж, еще увидимся. Да. Дизель, да? А ты не хочешь тоже помочь? Ладно, поехали, Джинни. Мистер Хоп! Да, что такое? Диди Бо рассказал, что случилось. Он сказал, у вас связь не работает. Все верно. Тео поехал за запчастями, так что, к несчастью, нужно еще время. Мы можем хоть как-нибудь вам помочь. Только что мне передали, что Син-Син остановилась посреди перекрестка. Она сломалась? И что хуже, фикс и лифт сейчас в другом месте. Они не могут помочь Син-Син, вот я и волнуюсь. Не стоит. Я поеду к Син-Син и отвезу ее на завод, чтобы ее отремонтировали. Ты серьезно? Да, я скоро вернусь. Хорошо, большое спасибо. Мистер Хоп, а что мне? Что мне делать? Я тоже хочу помочь. Сейчас подожди, Дизель. Хорошо. Дизель? Да? Мэнни и Бёрни сейчас в порту. Можешь доставить им грузовые платформы? Да, положитесь на меня. Локо понял, что прицепил не те вагоны, как только доехал до работы. Локо, мы не можем загрузить контейнеры на эти вагоны. Прошу, подождите, я сейчас свяжусь с мистером Хобом. Хорошо. Мистер Хоб! Мистер Хоб! Мистер Хоб! Почему он не отвечает? Локо! Локо! Диди Бо! Я привез тебе платформы! О, правда? Спасибо! Но как ты узнал, что они мне нужны? Ну, разумеется, мне сказал мистер Хоб. Правда? Я пытался с ним связаться, но не смог. В диспетчерской не работает связь, поэтому я помогаю мистеру Хобу. Вот как? Я закончу работу и тоже поеду ему помогать. Отличная идея! Диди Бо? Диди Бо! Син-син! Привет, Джинни! Потерпи, сейчас я тебя вытащу. О, спасибо! Джинни подцепилась к Син-син и повезла ее на ремонт. Правда? Да, микрофон сломался, и мистер Хоп не может связаться с Фиксом, поэтому приехала я. Тогда и я помогу. После ремонта я сразу поеду к мистеру Хобу. Хорошо. Дизель прибыл в порт с грузовыми платформами для Мэнни и Бёрни. Трэнни! А, привет, Дизель! Ты случайно не видел Мэнни или Бёрни? Кажется, я видел, как они уезжали в городок. О, в городок? Наверное, мы разминулись. Плохо дело. В городке чух-чух хаос. Виноват я. Я этого не допущу. Дизель спасет положение. Дизель решил отвезти груз вместо Мэнни и Бёрни. Мистер Хоп. О, Тео. Простите, что так долго. Пустяки. Похоже, на ремонт уйдет какое-то время. Подождете? Пока более-менее справляюсь. Наши поезда мне помогают. Надо же, здорово. Пути завалило камнями. Это же часть маршрута Эрика. Если ему об этом не сказать, он может попасть в аварию. В аварию? Нельзя ждать. Придется поехать туда самому. Тео, ремонт доверяю тебе. Хорошо, положитесь на меня. Я могу одолжить твой скутер? Мой скутер? Спасибо. Мистер Хоп мчится навстречу Эрику, чтобы не допустить аварии. Еще совсем чуть-чуть. Эрик! Эрик! Почему этот скутер замедляется? О, нет, бензин кончился. Стой, Эрик! Эти пути завалило! Эрик! Чудесный день! Эрик!
Мистер Хоп, у вас что-то случилось? Эрик сейчас едет прямиком к завалу. Надо его остановить. Можешь меня подвезти? Да, садитесь, мистер Хоп. Эрик! 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 Похоже, мы слишком далеко, он нас не слышит. Ну и что же нам делать? Нужно спешить. Попробую подъехать к нему поближе. Эрик! Ух ты! Мы приехали. Эрик! Извините. Эрик, простите. Что ж, нам пора ехать дальше. Нет, постой, Эрик. Что? Эрик. Мистер Хоп, что вы здесь делаете? Мне нужно тебе кое-что сказать. По дороге к следующей остановке проехать нельзя, там обвал. Тебе будет нужно изменить маршрут. Спасибо, что сказали. Но, мистер Хоп, почему вы не сообщили мне об этом по рации, а приехали сами? Я расскажу тебе обо всем попозже, Эрик. Тебя уже ждут пассажиры, поэтому поезжай. Ладно, увидимся в городке. Хорошо. О, я справился. Юные помощники мистера Хоба возвращаются в городок. Джинни! Дизель! Дядя Бу! Повеселились на пикнике? А мы решили, что не поедем. Мы тоже помогли мистеру Хобу. Как здорово! Я и не знал, что на мистере Хобе лежит такая ответственность. Я тоже. Он каждый день выполняет столько работы. Ты права. Дядя Бо, Дженни, Дизель. О, мистер Хоп! Вы починили микрофон? Все работает. Я очень этому рад. Послушайте. Благодаря вашей помощи я смог выполнить свою работу. Я вам очень благодарен. В моих глазах вы все еще дети, но не сегодня. Мы отлично справились. Если вам нужна будет помощь, дайте знать, мистер Хоп. Положитесь на нас. Считайте, мы ваши три мушкетера. Хорошо. Юные поезда упорно трудились весь день, помогая мистеру Хобу. Так держать, друзья.